Телеканал «Катунь-24» продолжает эстафету добрых дел. Каждую неделю корреспонденты, ведущие, продюсеры канала, а также наши неравнодушные зрители дарят хорошее настроение и делают приятные сюрпризы незнакомым людям. Здравствуйте, я Сергей Майский, музыкант. Пару дней назад на телеканале «Катунь-24» я увидел сюжет о пострадавшей в пожаре многодетной семье из села Зудилово. Я не смог остаться равнодушным, и вместе со своими друзьями-музыкантами мы организовали благотворительный концерт в поддержку этой семьи. Напомним, июльской ночью дом семьи Сумоносовых охватил пожар. Без крова остались 11 человек. Глава семьи, четверо его детей, сноха и пятеро внуков. Самому младшему из них 5 лет. Сейчас рассматриваются две основные причины возгорания и, как наиболее вероятное, поджог. Полиция продолжает расследование. Где-то часа два уже дома не он был дом, только одни стены обугленные были. Все то, что было в доме, полностью сгорело, 100%. Вот видите, вот гараж тут был, баня была там, ну все. То есть все то, что деревянное, могло гореть, все сгорело. Сейчас все пострадавшие ютятся у знакомых и родственников, а заодно обустраивают на пепелище баню. Там семья хочет перезимовать. И у всех одна мечта – отстроить дом заново. Но на это нужно 100 кубометров леса, и купить его можно по льготному тарифу. Но денег, а это 150 тысяч рублей, нет. Именно поэтому барнаульские музыканты проведут благотворительный концерт в зале на 350 мест. Еще на одно доброе дело в Алтайском крае станет больше. Я приглашаю всех на концерт 29 октября в селе Первомайском в ДК «Кристалл» в 19:00. А я передаю эстафету добра следующему участнику.